Если вашу партию зарегистрируют, я уверен, что даже слово «если» не надо, нашу партию обязательно зарегистрируют. Собственно, это наша основная цель партии – добиться, чтобы построение свободного и демократического Казахстана, чтобы Казахстан был по-настоящему демократической страной. А для этого нам надо вернуть Конституцию 1993 года. Это конституция, по-настоящему демократичная конституция. Оттуда со всеми вытекающими последствиями. В этой конституции там нет вот этих запрещающих наши свободы законов, как сейчас в Хазар 95 года конституции. Нас лишены вот того же права митинга. Нас лишили, потому что надо пойти уведомление в Акимате брать. Этого в 93 года конституции нету. И там это вообще самая одна отличная конституция. Вот конституция, она, если мы вернем, это уже полдела, даже больше, наверное. Это вот одно. Содан кейін біз будем добиваться конфискации всех активов Назарбаева, находящихся в Казахстане, за рубежом, везде. И естественно, мы будем требовать, чтобы освободили всех политических заключенных. Вот эти январские кровавые события до сих пор не расследованы. Мы будем требовать объективного расследования этих событий. Там пролилась кровь, мы до сих пор даже не знаем точно цифры, сколько погибло людей и сколько в тюрьмах томятся. Мы привлечем к ответственности всех вот причастных к этим кошмарным пыткам. И еще один из пунктов нашей первостепенной задачи – это организовать выборность акимов, депутатов, судей. Ну, это по судьям вы сами знаете. Вот все активисты, которые участвуют в активизме, все знают, что такое судьи. Когда тебя ни за что, ни про что сажают даже на 15 суток за то, что ты с пикетом вышел. Хотя это мое конституционное право. Выйти с плакатом я имею право. 32-я статья гарантирует. Но несмотря на это, судьи вменяют нам административный проступок. 10-15 суток. Женщин штрафуют. И у нас еще мы закладывали проекты, программы поднять зарплаты и пенсии, пособия в 2 раза. Это Казахстан может легко сделать. Вот такие у нас первостепенные задачи, если мы придем. Если мест, мы придем. Мы зарегистрируемся обязательно, мы в этом уверены. Но при одном условии. Нам нужна массовая поддержка народа, чтобы народ Казахстана нас массово поддерживал. И это тогда очень ускорит регистрацию нашей партии.